Всем привет! И у нас новая игра, называется она Car for Sale. Покупай машинки, делай как бы ремонт и продавай. Заходим в офис. Такой офис прикольненький. И у нас 7500 рублей. Так, что у нас тут компьютер? Веб-страница, обновление, декорация, рейтинг. Веб-страница. Автомобиль на продажу. Что такое? А, у вас нет машин. Ну что ж, поехали тогда. Че? А, кредит. Нет, мне кредит не нужен. Декорация. А, вывеска. О, давайте напишем свое что-нибудь. Ну, естественно, мы пишем Дуда. Дуда Кар. Кар Дуда? Нет. Дуда Кар. Дуда Кар. И цвет выбираем желтый. Вот, отличненько. Отлично, отлично. Так, установи. 10 долларов, подожди. А у нас же... Получается... А, 10 рублей это стоило, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха. А что пугать-то? 10 долларов. Закрываем офис. И, ребята, пока у нас деньги мы не профукали, мы пойдем на остановку. Здесь у нас что есть? Что имеется? Ремонт автомобилей, покраска автомобилей и Auto Electric and Tuning. Угу. Проводка и тюнинг. О, что за тачка? Могу я ли в эту тачку залезть? Нет, не могу залезть. Так, у нас есть... А, у нас только рука, в которой ничего нет. О, подожди, в смысле? А куда машина делась? Алло. Я не могу приступить к ремонту. Припаркуйте автомобиль на подъемнике. А у меня нет автомобиля. Вот только если такой вот. Но этот автомобиль не ездит. У него нет колес. Пошли на остановку тогда. Оно собьет или нет машина? О, проехала, смотри. Ну ладно. Райончик. Вы можете найти автомобили на продаже в районе. Автомобильный рынок. Ну, поехали тогда в район, а почему нет? На районе посмотрим. О, смотри, первая тачка. Вау, какая красивая машина. Похожа на... Как эта машина? «Назад в будущее». Фильм был. А ну-ка. Вы сможете увидеть все детали автомобиля. Некоторые детали могут быть скрыты. И вы можете использовать очки умений, чтобы раскрыть их. Коробка передач механическая. Так. Вы можете проверить точность отчета здесь. А здесь вы можете увидеть поврежденные или перекрашенные части автомобиля, если они утаены. Вы можете использовать очки умений, чтобы обнаружить их. Очки умений? Так, осмотреть машину. Ага, так вот мы осмотрели. Ну ладно, дальше что? Назад. Как дела, брат? Хорошо. Может быть, на моей машине есть небольшие повреждения. Поверь мне, тебе точно нужна такая машина. Цена? Всего 10 тысяч рублей. Блин, мне не хватает. Где вы еще можете найти такое предложение? К сожалению, не очень хочу двигаться по цене. Блин, торговаться я не могу. Ладно, 10 тысяч, у меня только 7. 7,5, и то 10 рублей я за вывеску потратил. Хотя, считай, бесплатно. Ну, вот такой еще есть автомобильчик. Мне он не сильно нравится, но, может быть, здесь дешевле будет. Привет, какая цена, брат? Моя машина почти целая. 2000 рублей. 2000 рублей! Все, беру. Поздравляю, машина твоя. 10 опыта получаем. 5300 у меня остается. Ой, блин, а прикинь, если она не будет ехать. Так. А, двигатель И. О, ну завелась. Слушай, да? Поехали. Что-то мне не нравилось. Что-то такое бзынь-бзынь. Поехали домой. Слушай, я не знаю, где дом наш. Сейчас мы где-нибудь...
Посмотрим. Кстати, мы можем и врезаться. А как карту открыть? Ребят, а ну-ка, я сейчас посмотрю, как открыть карту. Так, это вид. О, тут даже поворотники работают, смотри. Гудок есть. Закись азота? Нет, мне почему-то у меня не включился. Не включается закись азота. А бензина сколько? Опачки, чуть-чуть не врезался. Если бы знать, где наш дом. Я-то сюда на автобусе приехал. А тут тупик. Слушай, ёлки-моталки. Куда же ехать нам? Алло, а как... Подожди. Секунду. Ну, здесь же должна же быть карта. Я тычу сейчас все кнопки. А, выключил двигатель, да? Вышел из машины. Батюшки свет. Пустая рука. Мы можем добавить топливо. Автомобильная панель. Ремонт. А что у нас ремонт? У нас нормальная тачка. Эвакуатор? В смысле? А, добавить топливо. Что, у нас топлива нет, что ли? Да ё-моё, подожди, как мне сюда засесть? А, посмотрим. У нас топливо 100%. У нас нормально все, алло. Почему? А, вот, сесть в машину, господи. Поехали, заводим двигатель. Как все сложно, а? Как все намудрено. Ну, как бы это интересно. Как отсюда выехать? Вот это вот у меня вопрос еще интересует. Нифига себе, она поворачивает. Ну давай тогда поедем здесь. Хотя... Ладно, сейчас мы найдем где. Вот это место типа мой дом. Кстати, да. Это я немножко посмотрел на ютубе, как в нее другие играют. Почему бы мне здесь не сократить путь? Не обязательно же по дороге ехать. Опа, а, опачки, 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 опачки. Что это за место здесь? Кар. Автомобильный маркет. Вот это... В принципе, карта не сильно большая, поэтому... Мы сейчас доедем. Ой, главное не сломаться. Главное не сломать машинку. О, вот мы и приехали. Домой. Кар, Дудакар. Сейчас красиво припаркуем тачку. Вот так, сейчас поставим ее. Выключаем движок. Немножко я выехал, надо мне... Назад сдать. Ага. Включаем двигатель и сдаем назад. Я думаю... А сейчас мы посмотрим, как я тут припарковался. Отличненько. Выключаем. Выходим с машинки. Теперь нам нужно ее будет пофотографировать. А возможно, что-нибудь есть здесь. Отремонтировать. Загрязнение 87%. Цена покупки 2000. Расход пока нет. Коробка автомобиля передач. Автоматическая коробка передач. Пробег 100 тысяч. Год 2015. 2005, то есть. Ну, а здесь мы ничего не видим. А, оригинал. Он даже не бита, не крашена. Круто.
Ага, планшета нет. Ну, видимо, может быть, очков опыта у меня нет. Давай мы ее продадим. Мы же этот, спекулянты. Продаем все подряд. Веб-страница. Автомобиль на продажу. А вы можете добавить фотографии. Вы можете ввести цену автомобиля здесь. А, продаем мы... Мы почем покупали? За 2000, да? Тут не написано. А, цена покупки 2000. Продаем за 11 тысяч. Выставить на продажу. Ай, у меня фотографий пока нету. Может быть, мне надо что-то купить. А, декорация, обновление, веб-страница. Все, продается машинка за 11 тысяч. Дорого, конечно, наверное. Никого, смотри, нету. Может быть, цена у меня слишком высокая. И фотографии, потому что нет. А как мне фотографировать, если мне нечем? Так, средний, маленький, большой офис. Офис, эвакуация, улучшение. 200 тысяч рублей стоит средний офис купить? Офигеть. Эвакуатор у меня есть. Буксировочный слот. Если у вас есть место для парковки эвакуатора, вы можете быстро перевозить свои транспортные средства для парковки. Хорошо. А, рейтинг. Так, рейтинг. Тут пока ничего нету. Веб-страница. Продается за 11 тысяч. А, ладно. Как мне цену поменять? Ух, ночь наступила, смотри. Мне нужно лечь поспать, кстати. Ладно, закрываем офис. Машина у меня закрыта. Мы едем, домой. Получается, где мы там живем? Хотя я могу и на машине поехать. Вот, едем в контейнер. Ах, это сколько-то еще денег стоит, чтобы приехать, доехать. Вот наш контейнер, наш дом. Ладно, давайте пойдем спать ляжем. Деньги потратили мы сегодня 2117. 2117 рублей. Ой, какой дом, а, смотри, окон нет, вырезаны просто. Ну, бомж, короче, хоть кровать есть. Закрываем наш домик и едем. О, горы какие красивые, смотри. Едем домой, ой, на работу. Офис, поехали. Слушай, я не посмотрел, сколько стоит билет этот, на автобусе. Собираем мусор, выбрасываем. Получили опыт. А эту как? Ага. Кто-то ночью ходил здесь, бухал, наверное, что ли, или что, я не пойму. Мусор расставил. Веб-страница. Продается. У меня нету этих самых. Как его, господи? Фотографий. Ну а где? А как? На что мне сфотографировать-то? Так, убираем с продажи, выставляем уже тогда 2000 купили. Ну давай за 5000, давай за 5000 продадим, фиг с ним. Выставить на продажу. Может быть, сейчас будет у нас. Нет, никого нет, смотри. Пусто. Вообще. Но цена, наверное, дорогая. Надо еще дешевле делать. Я так думаю, я не знаю. Хорошо. За 2000 купили, за 3500 продаем. Ну а куда? Ну куда дешевле, я не знаю. Ладно. Короче, покупателей нет. Может быть, они попозже подойдут. Но это очень дешево я продаю. Поэтому мы едем на автомобильный рынок и еще одну тачку какую-нибудь купим. Вот тут можно даже бегать. Здравствуйте, чуваки. О, вот эту я хочу машинку. Жигули. Давай. Цена какая? Алло. Да ну. 200. Кого? А, 23 тысячи, господи. Но у меня нет пока таких денег, к сожалению. А BMW-то я точно не куплю. Сейчас заломит цену. 84. Это очень дорого.
Давай такую посмотрим. Она тоже, наверное, дорогая будет. Ё-моё, а чё я ничего не смогу купить? О, за 7 тысяч. Торговаться я пока не могу, поэтому... У меня опыта не хватает, да, вроде бы? Вроде бы как не хватает опыта. Ну, давай еще вот эту глянем, последнюю. Сколько же стоит? Ну да. В этом месте я пока ничего не смогу приобрести для себя. Поэтому мы едем пока. А ну, давай я хочу посмотреть, сколько у меня будет сейчас денег. 83 рубля. Нифига себе билет какой дорогой. Вывеска дешевле стоила. Пока пока машина вообще никак не продается. Плохо. Автомобиль на продажу. У нас фотографий нету. Что мы можем в банке? Взять кредит? Нет, кредит я не хочу брать никак. Мои счета. Счета еще будут приходить в понедельник. Ужас. 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 Интерьер. Тут мы можем пол поменять. О, давай такой возьмем. Пол красивый. Интерьер. Декорации. Заборчик беленький. О, давай такой сделаем. А, денег не хватает. Блин, у меня денег не хватает. О, покупатели приперлись. Здорово, чувак. Это дороговато для меня. Вы можете снизить до 2600. Отказаться. Иди нафиг. 2600. И он ушел. 2600. За 2800. Так, торговаться я не могу. За 2800 я отказываю ей. Может, это купит нормально? Так, та была за 2800. А ну-ка, подожди. За 2100. Да нет, вы чё, иди нафиг за 2100. Еще дешевле, чем предыдущий покупатель был. А ты? За 2500. А почём? А, 2100 я покупал за 2500. Ну ладно, давай, продам. Фиг с ним. Эх, 3800 у меня. Денег я потратил на пол. Еще много на что. Мне понравилась игрушка. Что мы будем делать во второй серии, я пока не знаю. Но так-то мне нравится. Мы купили и продали машинку. Это вот это что такое? Вопрос, восклицательные знаки. 3. Что это такое? Что это обозначает? Может, это опыт какой-нибудь у меня идет? А вот планшета у меня пока нет. Напишите, как мне купить планшет и что вообще. Я хочу планшет. Ну, поменяли мы здесь пол. Стало очень красиво. Стены тоже надо будет поменять. Ну, пока что так, ребята. Подписывайтесь обязательно на канал. И мы будем продолжать играть в Дуда Кар.